Вот был у нас у клиента такой вопрос. Рассматривают вариант создания альтернативной платформы формат Marketplace. Ну, соответственно, где будут встречаться поставщики и покупатели музыкальных минусовок, где есть юридическая услуга оформить договор по покупле-продаже прав, продаже музыкальных обложек, сведение музыкальных, мастеринг музыкальных произведений, поиск площадок для звукозаписи. Да, довольно неплохо он ответил. Там есть несколько сервисов. Единственное, что они все иностранные и прекратили вывод денег и прием платежей от российских граждан. Да. Соответственно, сейчас попробуем поискать то же самое в плазме. Вот, какие платформы. И сравним. Ага. Он сразу ссылками выдает. Интересно. Да, Sound Better первая площадка. Точнее, вторая, наверное, да? Sound Better. Здесь он выдал немножечко по-другому, посмотрим. Так. Sound Better. Ага. Сразу комплексно, да, выдает. BeatStars. AirGits. То есть, в принципе, он учитывает, в отличие от другой версии чат-бота, учитывает все, что написано в запросе, и пытается найти сразу сервис, который соответствует большинству из пунктов для решения большинства музыкальных задач. То есть, вот с точки зрения проведения анализа представленной в интернете информации, он сильно экономит время на поиск и на оформление результатов поиска. То есть хорошо заменяет поисковики. Так, вот повторный запрос уже выдал другую картину, да? На сегодняшний день уже 7, да, платформ. BeatStars. Ну-ка. BeatStars. Так. Вот он выдал. BeatStars платформа для продажи. Так, это мы тоже разместим, да? Так, что тут пишет? Важно отметить, ля-ля-ля, что некоторые из этих платформ могут не предлагать все перечисленные услуги, но они являются хорошим стартовым пунктом для поиска музыкальных услуг, продуктов в интернете. Ну что ж, отлично. Отлично. Сейчас мы повторим запросы. Обратимся. Вот с таким запросом еще. Несколько платформ. Sound Exchange. Ну-ка. До этого он не предлагал, получается, да, этот. Нет, не предлагал, это предлагает, да? Интересно.
Еще он начинает перечислять, да? Шо? Хорошо. Ладно. А если мы еще раз спросим? Так, стоп. А если мы... Ой. Отдыхай, говорит.